Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня я скажу несколько слов о своей машине по многочисленным просьбам вашим. Но что я могу сказать, что это Cadillac 2009 года, Cadillac Escalade. Значит, машина была полностью перекрашена. Это был белый Cadillac изначально. Вот. Ну, соответственно, как вы видите, на нем стоят совершенно другие диски с резины. Вот. Также хотел сказать, что вот этот цвет здесь называется Candy Apple. Вот. Также здесь имеется гравировка на всех хромированных деталях. Вот. Диски 28 радиуса. Вот. Низкопрофильная резина. Что еще? Видите, вот такая вот решетка. Все в хроме, все сделано в стиле чикано. Вот. Стиль мексиканской мафии. Они очень любят такие машины здесь. Вот, что еще можно рассказать про эту машину? Ну, кроме того, что она покрашена и это вся гравировка, здесь она еще вся внутри очень интересная тоже. Здесь все перешито, сиденья переделаны. Вот. Вот такая машинка. Вот. Ну и также вот, видите, эмблема Кадиллака. Вот. Ну и внутри там установлен большой сабвуфер. Сейчас не буду открывать багажник, потому что оттуда какие вещи могут посыпаться, это все испортит все видео. Поэтому поверьте на слово, там огромный сабвуфер. И, в общем, ну, что еще могу показать? Ну, могу показать внутри, как вот там сделана панель. Все здесь переделано тоже, все в красное, все перешито. Вот. Вот такие вот динамики стоят. Опять-таки, все переделано. Вот. Здесь люк имеется. Очень удобно. Можно туда высунуться. Но, наверное, не во время движения, потому что будет большой штраф. Вот. Такая машинка. Такая прелесть. Жаль, что в России она будет стоить слишком дорого и большие налоги. То, что, к сожалению, не могут позволить себе россияне ездить на таких машинах. Но если могут, то, конечно, они уже... У них должно быть много денег. Вот. Ну, что могу сказать еще по поводу двигателя. Мотор здесь 400 лошадиных сил. Вот, стандартный мотор. Капотом установлено два аккумулятора. Сейчас я открою капот. Вот. Покажу вам два аккумулятора. Thank you. Вот. Это происходит все время. Люди останавливаются, делают какие-то свои комплименты по поводу машины. Эти сказали, да, это, говорит, красная машина конкретно. Вот, здесь вы видите тоже гравировочка сделана на воздуховоде. Все чекано, все чекано. А здесь, смотрите, аккумулятор. Один. И вот второй аккумулятор. Вот так вот. Два аккумулятора. Вот. Ну что, ну все вкратце я вам рассказал. Вот. В принципе, если какие-то вопросы, то задавайте. Я отвечу. Всего доброго. До новых встреч.